когда и в Пензе проходит не в первый раз. Участники из абсолютно разных отраслей и областей знания объединяются в команды для того, чтобы предложить свои варианты решения каких-либо проблем. Результатом решения является прототип какого-то продукта. Сама атмосфера Хагде, она уникальна, она неповторима, и тот, кто хоть раз оказался здесь, ему хочется еще и еще приходить. То, что здесь по 200 человек и 35 проектов, мне кажется, это очень круто, очень круто. Давно не видел так много людей, одновременно работающих, думающих, взаимодействующих. Все собрались и делают за 48 часов проект. Проект, веб-платформу для онлайн-хакатонов. Работодатели, элементоры или спонсоры могут посмотреть на страницу личную каждого участника, как-то с ним связаться и поработать. Ребятам-программистам нужно настроить искусственный интеллект, который будет играть. Кто-то играет в квесты, кто-то пьет в подъездах, кто-то пытается в выходной взять и сделать программист, захачить какой-нибудь прикольный продукт. Меня пригласили в качестве ментора. Помогу ребятам, может быть, сфокусироваться, может быть, в процессе разговора со мной найдут какую-то новую идею. Мне нравится видеть и помогать людям участвовать в изменении мира вокруг себя. Моя задача – попытаться свести их, и чтобы они дополняли друг друга. Хочу, чтобы был успех у этих людей. И мое самое большое пожелание к ребятам, это чтобы они довели свою идею до какого-то конечного продукта, который можно как-то потрогать, пощупать. Здесь это только начало, это какой-то старт такой вот, да? А дальше, ну, надо что-то делать. Я за успех людей. Если кому-то удастся дожить до реализации, это уже успех. Все они молодцы, но завтра мы узнаем, кто из них самый большой молодец.